На БТБ состоялись первые торги по реализации торфяных брикетов. По итогу заключены 3 сделки общим объемом 1000 тонн. Покупателями выступили резиденты Литовской республики. Всего в торгах участвовали 6 иностранных компаний из Латвии, Литвы, Польши и России. Как отметили на бирже, экспортные торги торфяными брикетами – это новое перспективное направление. Биотопливо востребовано во всем мире, и спрос на него только растет. И как показали тестовые торги, европейские компании готовы покупать отечественные торфяные брикеты. Их устраивает и цена, и качество, и условия поставки. На следующих торговых сессиях БТБ ожидает большую активность, что расширит рынки сбыта белорусской торфобрикетной продукции.